Детский сад «Синяя птица» существует 3 года. И с самого основания там работает Марина Коц. Музыке и детям она посвятила всю свою жизнь. Благодаря богатому педагогическому опыту Марина Владимировна знает, что малыши не всегда хорошо говорят. Поэтому язык, танцы и пение для них бесценный способ выразить свои эмоции. Потому что основным видом деятельности, конечно, является в детском саду это игра. Но в игре мы также выполняем очень многие задачи, очень нужные для детского сада. Это воспитательная задача, образовательная задача и развивающая. Марина уверена, что с помощью музыки можно воспитать в ребятах любовь к родине и гордость за нее, а также патриотические чувства. Так, например, на 9 мая в детский сад приглашают ветеранов, а малыши готовят для них концерт и учат стихи. Алексей, Алешенька, сынок, словно сын ее услышать мог. Он рванулся из траншеи в бой, стала мать прикрыть его собой. Образование и развитие тоже дает музыка. На уроках Марины Коц ребята осваивают простые музыкальные инструменты, учат их названия, а также отличать их по категориям. Так развиваются память, речь и абстрактное мышление. Кто назовет первую группу музыкальных инструментов? Настена? Балалайка. На 3 группы. Как называются эти группы, Настенька? Ударные. Воспитанники «Синей птицы» участвуют в различных фестивалях и конкурсах. Так, недавно они взяли призы в 2 номинациях районного конкурса юных вокалистов «Музыкальная волна». А еще 2 раза выступили с танцевальными номерами на фестивале детского творчества «Радуга». Обмениваться опытом с другими педагогами и показывать, чему научились ребята, очень важно, считает Марина Коц. Ведь не зря говорят, что вложишь в ребенка до 5 лет, вот так вот он по жизни пойдет. Вот приоритет детского сада – это воспитание свободного, творческого, смелого, удачного человека. И мы очень стараемся в детском саду именно придерживаться таких постулатов. Ну а музыка, конечно же, нам в этом помогает. Марина Коц говорит, что главная задача педагога – ввести ребенка в этот большой мир с радостью и улыбкой. Что у слаженного коллектива детского сада, несомненно, получится, уверены воспитатели. Ведь не зря «Синяя птица» – символ счастья и удачи. Наталья Григорьева, Кирилл Евгеньев, Люберецкое районное телевидение.